Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Олеся Бушунова. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Договоренности в торгово-экономической и инвестиционной деятельности. Александр Лукашенко провел встречу с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Когда каждое слово откликается, паралимпиец Алексей Талаев встретился с жителями Новополоцка. Разговор по существу получит свое продолжение уже летом. Договорились в этом году, этим летом, также пригласить детей на отдых из Лисичанска, из других пострадавших городов. И обязательно все у нас получится. Дата в календаре. В Новополоцке стартовали праздничные мероприятия в честь юбилея двух градообразующих предприятий. Первым объединил всех памятный митинг. К сожалению, молодежи завода «Полимер» не удалось застать трудовую деятельность и самого Льва Витальевича как личность. Но мы, конечно же, храним его в нашей памяти. Перейдем к подробностям. Рабочая поездка первого по Ближнему Востоку продолжается. Вечером 2 февраля Александр Лукашенко провел встречу с главой Объединенных Арабских Эмиратов. Причем шейх Мухаммед бен Заин Аль-Нахаян пригласил нашего президента к себе домой. Общение длилось около 4 часов, сначала в расширенном составе, после один на один. Основной темой переговоров стало сотрудничество двух стран. Найти точки соприкосновения удалось по более чем десятку направлений. Например, в сфере торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Акцент сделан и на гуманитарную сферу. Согласно договоренностям, в ближайшее время в Беларусь прибудет большая делегация специалистов из Объединенных Арабских Эмиратов. На месте будут определены дальнейшие конкретные шаги. Белорусы продолжают всесторонне поддерживать жителей Донбасса. Так, например, в ближайшее время фонд Алексея Талая, который одним из первых в стране откликнулся на непростую ситуацию соседей, планирует отправить пострадавшие районы гуманитарную помощь. Кроме того, есть идея создать на территории России точки, где уроженцы Донеччины и Луганщины смогут получать продукты питания, одежду, средства гигиены. А летом паралимпиец намерен вновь пригласить ребят из Донбасса в Беларусь. И снова принимающей стороной выступит Новополоцк. С его жителями на днях и встретился Алексей Талай. Разговор получился душевным и крайне мотивационным. Новополоцк встречает Алексея Талая стоя. Это не первая встреча местных жителей с паралимпийцем. Но именно этот его приезд особенный, потому что случился после важного совместного проекта. Благодаря фонду Алексея Талая в Новополоцк в декабре 2022 приехала делегация из Лисичанска. За 3 недели 43 школьника смогли не просто отдохнуть и восстановиться. Ребята вновь почувствовали себя счастливыми и беззаботными. Что важно, к улыбкам на лицах юных лисичан приложили руку все горожане. И за это Алексей Талай благодарен. Дальше больше. Буквально через полгода новополочане смогут вновь продемонстрировать, на что способно их безграничное сердце. Мы быстренько смогли проговорить с председателем о наших дальнейших взаимодействиях и договорились в этом году, этим летом, также пригласить детей на отдых из Лисичанска, из других пострадавших городов. И обязательно все у нас получится. Я низко кланяюсь вашим людям за ваш труд, за то, что вот именно так искренне вы отработали этот проект помощи детям, пострадавшим от боевых действий. Тем для разговора у старых знакомых оказалось немало. Говорили о ситуации вокруг Беларуси, о том, как важно сейчас не реагировать на провокации, а еще больше сплотиться. Поделился Алексей Талай тем, чем сегодня наполнены его будни. Действующий член национальной паралимпийской сборной по-прежнему активно тренируется. Для него походы в тренажерный зал и бассейн с одной стороны отдушина, с другой – возможность держать себя в форме. Даже несмотря на санкции против наших спортсменов, Алексей уверен, белорусы будут выступать на международных соревнованиях. Мы надеемся, что впереди у нас много стартов. И да, пусть нас где-то сегодня дискриминировали, поражение нас в каких-то вот этих правах человека, о которых так много говорит Запад. Но мы
уже готовы и говорим об этом, что будут созданы альтернативные спортивные площадки, где все мы и паралимпийцы, и олимпийцы сможем реализовать свой внутренний потенциал. Мы уже получили приглашение и от азиатских стран, и Россия большая страна. У нас много соратников и партнеров. Но я думаю, эта альтернатива будет с каждым годом привлекать все больше и больше стран. Тех, кто желает справедливого спорта, без дискриминации. Спорт не политики. Вне политики и человеческое общение. Алексей Талай со своей непростой историей это хорошо знает. Именно поддержка родных и близких помогла ему, человеку, лишившемуся рук и ног в 16 лет из-за подорвавшейся мины, не сломаться. Сегодня Алексей встречается с жителями разных регионов и вдохновляет их жить, творить, любить. И эта роль, быть мотивационным спикером, у паралимпийца также удается. Ведь он говорит от сердца, поэтому его не просто слушают, а слышат. О том, как важно сегодня оставаться человеком с активной гражданской позицией, также говорил Алексей Талай на встрече с новополочанами. И здесь особый акцент был сделан на участие в общественно-политических событиях страны. Уже 25 февраля 2024 года в Беларуси впервые пройдет единый день голосования. В этот раз граждане будут выбирать депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов. Активная фаза подготовки к электоральной кампании начнется уже летом. Об этом на встрече с активом Брестской области заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко. Избирательный кодекс в новой редакции в достаточно хорошей готовности. Он был рассмотрен и одобрен обеими палатами парламента, сейчас готовится к подписанию главой государства. Думаю, что в ближайшее время он будет подписан и вступит в законную силу. Мы предполагаем, что это произойдет в конце февраля, начале марта. Соответственно, начинаем отсчет подготовки к единому дню голосования. Важная часть подготовки к единому дню голосования – создание методической базы, а также учеба потенциальных организаторов электоральной кампании. Представители Центральной избирательной комиссии планируют посетить все регионы страны. Такая встреча, как в Бресте, уже прошла в Могилевской области. На следующей неделе планируется поездка в Витебск. Задача – прежде всего донести те новации, которые предусмотрены избирательным кодексом. Сегодня также есть понимание по календарю подготовки к электоральной кампании. К сентябрю должна быть установлена средняя численность избирателей на округ. К 1 октября ЦИК образует округа по выборам депутатов Палаты представителей до 1 декабря местных советов. К другим новостям. Объем экспорта продукции концерна «Белнефтехим» по итогам 2022 может достичь 3,5 миллиардов долларов. Цифра в сравнении с 2021 выше на 1 миллиард. Такие предварительные результаты работы озвучил руководитель объединения Андрей Рыбаков. Выйти на хорошие показатели удалось благодаря переориентации логистических цепочек. На смену украинскому и европейскому пришел российский рынок. Так, поставки нефтехимической продукции концерна в страну-соседку увеличились на 55%, причем по всей ассортиментной линейке. Немалая заслуга в этом – нефтепереработчиков и химиков Новополоцка. В эти дни они, к слову, отмечают юбилеи предприятия. 9 февраля поздравления будут звучать в адрес работников «Нафтана» по случаю 60-летия с момента получения первого белорусского бензина. Но прежде теплые слова услышит коллектив завода «Полимер». Здесь 4 февраля 68-го, 55 лет назад, получен первый белорусский полиэтилен. Праздничные мероприятия стартовали в городе с памятного митинга. Новополоцкий завод «Полимир» отмечает 55-летие. Праздничное мероприятие по случаю юбилея предприятия, где 4 февраля 68-го получен первый белорусский полиэтилен, стартует у памятного знака Льву Новожилову на аллее его имени. Традиция давняя и важная для всего трудового коллектива. Ведь Лев Витальевич не просто бывший директор, а человек-легенда, имя которого внесено в историю завода и всего Новополоцка. Его нет 18 лет, но память о нем живет. Прежде всего, в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать. Своими воспоминаниями о том, каким Лев Витальевич был руководителем, сегодня на митинге делятся ветераны. Не было ни разу такого, чтобы Лев Витальевич кому-то отказал или не помог. Поэтому, безусловно, конечно, тропа вот эта к Льву Витальевичу в этот день никогда-никогда не зарастет. Мы приходим сюда, чтобы отдать именно честь, отдать именно ему памяти его и сказать, что в действительности это был человек, это был легендарный человек, который останется у нас надолго в памяти. И я думаю, что мы никогда, наверное,
Льва Витальевича не забудем. В отношении его сказать, как руководитель требовательный, требовал дисциплину, требовал исполнения, но и был объективный. Был человеком, не только объективным и требовательным рукой, но и человеком. Поэтому все вопросы назначения на должности, обращения в тот момент, еще и комитеты были, это сам все решалось через руководителя, генерального директора. Вот такие отношения к коллективу, к людям и, соответственно, людей к нему позволили предприятию достигнуть производственных достижений. Более 30 лет Лев Новожилов посвятил работе на полимере. Из них 23 года был у руля завода. При нем пускали и выводили на рабочий режим основные производства предприятия. 10 лет подряд полимер заносили на всесоюзную доску почета. Запомнился Лев Новожилов и как человек, который активно развивал социальную сферу. Особые слова признательности звучат прежде всего от спортсменов. Ведь бывший директор полимера в свое время взял под крыло хоккей и водные лыжи. За трепетное отношение к наследию Льва Витальевича благодарна его семья. Заботился очень всегда о своих внуках, и о дочери, и о сыне. Ну как еще можно лучше? Всегда был, конечно, замечательным семьянином. Вместе отдыхали, вместе за грибами ходили. Ну, что я могу еще сказать? Все осталось, все хорошее в голове. Среди участников митинга – молодежь. Именно новоиспеченные специалисты, которые сегодня приходят трудиться на полимер, приумножают достижения бывшего директора предприятия. Каждый из них хорошо знаком с эпохой Новожилова. Главное – все бережно хранят память о легендарном человеке. К сожалению, молодежи завода «Полимер» не удалось застать трудовую деятельность и самого Льва Витальевича как личность. Но мы, конечно же, храним его в нашей памяти. И неспроста, когда молодые работники попадают на наше предприятие, то одним из первых мы знакомим их с историей развития нашего предприятия, приглашаем их в музей. И очень важный блок, там, связанный с личностью Льва Витальевича Новожилова. И мы рассказываем, каким он был человеком, что он сделал большого для нашего предприятия, города. И неспроста в 2012 году именно по инициативе молодежи нашего предприятия при поддержке администрации была открыта эта аллея, названная его именем. И вот по праву она считается одним из самых и уютных уголков нашего города. С памятного митинга в Новополоцке стартует мероприятие в честь юбилея двух предприятий – 60-летия «Нафтан» и 55-летия «Полимера». Вплоть до 12 февраля в городе пройдет череда праздничных концертов, тематических акций и поздравлений. Особую значимость событию придает тот факт, что в этом году Новополоцк отмечает 65-летие. И в завершение выпуска еще немного информации. В Новополоцке в субботу, 4 февраля, пройдет городской спортивный праздник. Местом его проведения выбран парк культуры и отдыха. Стартует Новополоцкая лыжня в 10:30. В программе лыжные эстафеты, перетягивание каната, конкурс снежных фигур. Всем участникам и зрителям праздника обещают массу положительных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения. У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «ВоенТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Дмитрий Бондарович. Добрый вечер. Завершилось совместное летно-тактическое учение Вооруженных сил Беларуси и России. Авиационным компонентом региональной группировки войск выполнен широкий спектр практических задач и, по оценке специалистов, продемонстрирована высокая слаженность. Учение было направлено на обеспечение безопасности союзного государства и носило исключительно оборонительный характер. На общевойсковом полигоне под Борисовом военнослужащие 120-й механизированной бригады выполнили упражнение контрольных стрельб из вооружения БМП-2. Мотострелки поражали статичные движущиеся мишени с 30-мм пушки и пулемета калибром 7,62. Для разведки и корректировки пехотинцы использовали беспилотные летательные аппараты.
На базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта завершился чемпионат вооруженных сил по лыжной гонке. В упорной борьбе первое место завоевали представители сил специальных операций. Серебро досталось военной академии. На третью ступень пьедестала поднялась сборная Северо-Западного оперативного командования. Это были новости в форме. Смотрите нас во вторник в эфире телеканала «Звезда». Спокойствие, мгновение радости и счастья. Минуя невзгоды, горечь неудач, превозмогая боль. Мы всегда готовы прийти на помощь. Мы сами определяем предел возможностей. Знаем цену человеческой жизни, цену безопасности, мира, свободы и независимости. Мы сами строим свое будущее, преодолевая трудности и ломая преграды, храня верность традициям. Мы едины. Мы сильны, мы уверены в завтрашнем дне. Вооруженные силы Республики Беларусь.